Дурака включатель. Сделал вид, что запутался. И стоим мы уже, наверное, минут 5. И стоит, знаешь, сделал вид, что он запутался, что надо... Он просит, чтобы его отпустили. Вот так он все время делает. Запутается, запутается. Типа, видишь, мама, как мне неудобно бегать. Вот, стоим, скулим. Кто как бы перестоит. Я стою, он стоит, скулит. Надолго тебя хватит? Почесали сейчас. Да идите, идите, идите. Он сделает вид, что запутался. Я просто взвесил свои слова. Да? А хаски не надо бояться. Интересно, долго будем стоять, нет? Это вот так он вымогает меня постоянно, чтобы мама его отпустила. Специально вот там, вот в всех кустах мучился. Я его вытянула. А здесь уже на принцип пошел. Ну, все, видишь. Сейчас распутываться будем. Мама не реагирует. Ну, ладно, будем стоять. Что, у нас сегодня выходной. Причем прекрасно же понимает, что нужно назад пойти. Он как бы ходит, все это знает. Нет, мы будем брать на это, на излом. Чтоб мама отпустила, чтоб побегать. Мам, тебя снимает, Сэм? А, Сёма? Мам-то тебя снимает? Какой ты вредный собакин. Это тебе не в деревне, мама тебя тут не отпустит. Засранец вот такой. И все. Мы сдались. Ну выходи, выходи, давай иди сюда. Домой, видать, не хочет идти. Посидел, посидел с тоской в глазах. Мама не реагирует. Сейчас будем играть. Ой. Давай, давай, вытаскивай голову свою. Вытаскивай. Иди сюда. Иди сюда, противный пес. Куда пошел-то? И куда ты пошел опять? Вот дурака включатель, а? Вот дурака включатель. Иди, иди. Как пришел, так и иди. Ой, Сэмка, ой, Сэмка. Страдатель. Это мы домой, видать, не хотим еще идти. Побегать надо. Побегать. Не, сыночка, я тебя тут не отпущу. В деревню приедем. Куда ты пошел опять? Что ты мне дурака опять включаешь? Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Вот и все. Вот и все, и следовало что ожидать. ой, артист, с тоской в глазах, бедный несчастный собакин. Вот так вот мы гуляем иногда.